если вы вот так возьмете, вот такой вот грудой, да? И одной рукой бери, а второй чик-чик-чик, оно будет у вас это. Так, сделали там крапинки? Не забывайте крапинки делать? Не, не буду. Крапинки, их все равно не видно. Кто вам сказал, что не видно? Какой-то рябой. Почему? Не, ну просто мы поздно стали делать. Уже не понравилось. Не, ну нам терпения нам не хватает. Нам не нравится, потому что нам неохота это. Ну, зря. Очень заметно. Ну, не хочет, пускай не делает. Я это... Ну, просто я не хватил проволоки, там немножко мало сделали. Во всяком случае. Ну, их можно же крутить проволоку. Нет, ничего ты не подкрутишь. Можно взять вот еще сколько оборотов надо и сюда прикрутить. Угу, я понимаю. Ну, пускай она там уж сама решает. Ничего страшного. Почему? Ну, ничего страшного. Ну, все равно же оно... Не, лепесток не надо его бросать. Зачем? Надо его делать. Давайте, наматывайте. Мотайте. Может быть, уже вот этим вот сделать окантовочку? Нет, вы давайте вот это еще сейчас сделаете, да? А, вы хотите уже окантовку делать? Ну, давайте, делайте окантовку еще вот эту. Давайте. Давайте, пока я здесь, давайте. А это тогда белый уберите. Пакет давайте. Да, потому что вам уже не нужно, правильно? Ну, что нам зря его тут нет. Тут бисер. Вы сейчас вы сделаете окантовку, я понимаю, что там получается у нас... Маргарита Львовна, да-да. Вам надо лапшан или капрон, да? Что-то вот вы любой, они обе крепкие. Главное, чтобы была вот эта вот толщина. Я сейчас Лене тоже дам, чтобы она купила такую нитку. Потому что нитки тонкие, вы с ней...